Разброд и шатание. В оккупированном Луганске снова зеленые человечки. Административные здания оцепили вооруженные люди без опознавательных знаков. У некоторых из них есть гранатометы, а к бывшему управлению МВД подогнали БТР. Это данные ОБСЕ. В соцсетях говорят, что таким образом якобы выясняют отношения два Игоря. Лидер псевдореспублики и глава так называемого местного МВД. Игорь Плотницкий ночью отправил Игоря Корнета в отставку, но тот явно не горит желанием уходить. Информация о том, что происходит на самом деле, очень мало. Местные жители сообщают, что в городе не работает телевидение, радио и местный мобильный оператор. Есть даже информация, что Плотницкий якобы сбежал в Россию.